Фонд Свобода Казахстана. Пожалуйста, вам слово. Меня зовут Барлык Мендегазиев, Я являюсь президентом правозащитного фонда Freedom Казахстан, находящийся в Соединенных Штатах. В своем выступлении я хочу осветить нарушение Казахстана прав граждан на участие в политической и общественной жизни, а также в нелегитимности предстоящих президентских досрочных выборов 22 ноября 2022 года. 21 сентября 2022 года Токаев заявил, что он гарантирует справедливость предстоящих президентских выборов, их открытость при широком участии отечественных и международных наблюдателей. Однако суть реформ Токаева видна уже в законодательных измерениях. Во-первых, фактически лишает независимых наблюдателей из гражданского общества наблюдать за выборами, поэтому мы обращаемся к ОБСЕ, предусмотреть встречи с гражданским обществом и фиксирует препятствия местным а, независимым наблюдателям со стороны а, властей Казахстана. Во-вторых, реформы Токаева создали невыполнимую задачу для регистрации кандидатов в президенты. Положение нового закона о выборах противоречит самим себе. Например, президент объявляет дату о внечередных выборов, и они проводятся в течение двух месяцев. При этом выдвижение кандидатов заканчивается за два месяца до, до дня выборов. То есть у кандидатов в президенты нет даже одного дня для выдвижения. Казахстанцев лишили права выдвигать кандидатов и самовдвигаться на выборы. Это могут сделать только общественные организации с девятью филиалами по всей стране. Но такие условия есть только у проправительственных организаций. Ну и чтобы совсем наверняка независимо кандидат президента не прошел, реформы Тукаю предусматривают, что кандидат должен собрать подписей, 120 тысяч подписей по всей стране за 9 дней. Это нонсенс. Внеочередные выборы и обещания так называемых реформ – это очередная попытка властей Казахстана умиротворить свою легитимность и избежать персональных санкций. Поэтому я призываю правительство ОБСЕ, стран ОБСЕ не признавать президентские предстоящие выборы в Казахстане, а также поддержать рекомендации Европарламента по проведению независимому расследованию и применению персональных санкций к высшим должностным лицам Казахстана завод войск ДКБ для подавления массовых мирных протестов, приказ стрелять на поражение без предупреждения мирных граждан, массовые аресты и пытки в январе 2022 года. Спасибо большое. Спасибо.